Катер, мотоциклы, пожарная автолестница, оборудование для ликвидации ДТП. Вот таким современным, надежным арсеналом спецтехники владеют щелковские спасатели и огнеборцы. Посмотреть на слаженную работу тех, кто прибывает на помощь первым, пришли в спорткомплекс Подмосковья участники второго фестиваля щелковских спасателей. Это более 200 школьников и первый, и пока что единственный в России корги-отряд. Впереди талисман щелковских спасателей «Маруся». Повод для фестиваля, конечно же, есть. Годовщина образования Советской пожарной службы и предстоящий 30 апреля – День пожарной охраны. Совсем скоро, 30 апреля, мы отметим еще один праздник – 373-ю годовщину пожарной охраны России. Именно столько лет люди героической профессии помогают бороться с огнем и спасают жизни людей. Есть и еще повод. Корги-отряду исполняется год. Его миссия – всеми способами привлечь внимание общественности к работе пожарных и спасателей. Этот праздник посвящен тем людям, которые каждый день рискуют своей жизнью, выходят и спасают людей. Надо отдавать им, говорить спасибо, поэтому мы это делаем на мероприятии. В 2021 году операторы службы 112 Щелково заняли первое место в Московской области. Такова оценка оперативности и слаженной работе. А сегодня наградили спасателей, особо проявивших себя в этом году. Действительно, наша служба спасения лучшая в мире. И вы доказали на практике, что ваш профессионализм на самом высоком уровне. И сегодняшнее мероприятие, наверное, добавит нам еще хорошего настроения. Четко, до мелочей спасателями отработан спуск человека с 20-метровой высоты. Эвакуация пострадавшего, зажатого между креслами в автомобиле. Ребята, давайте спросим на аккумулятор. Это позволяет максимально быстро работать. Спасатели, пожарные довольно часто используют гидравлический аварийно-спасательный инструмент для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП. Муниципальный центр гражданской защиты дорожит дружбой с Федеральной таможенной службой. Поиск пострадавшего в завалах, раскрытие тайников с запрещенными веществами – такова специфика работы коллег. Собаку зовут «Авангард», ему 4 года, он обучен по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Он работает в потоке людей в большом, он не должен проявлять агрессии, поэтому ничего страшного, как бы, что собака подходит, нюхает. Вот это только для вашей же безопасности. Щелковские спасатели демонстрируют, как они работают в задымленном помещении, в ограниченном пространстве, буквально на ощупь. Они пытаются найти человека, которому нужна помощь. Работают в дым-газо-специальной защите. На фестивале выступил юнармейский отряд «Каскад». Девушки показали силу наравне с парнями. Веселые эмоции подарил традиционный корги-забег. Первая тройка самых быстрых желтохвостиков получила призы. Это и отличный отдых, и отличный опыт, и отличное общение с друзьями. Вот это внушает какую-то надежду, внушает уверенность в том, что мы в безопасности, что если будет какая-то чрезвычайная ситуация, ребята приедут. Номер 112, ребята приедут и спасут. На улице гостей фестиваля ждала полевая кухня. В меню вкусная гречневая каша с тушенкой и чай. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.